Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать, как слепить динозавра из пластилина. Темой динозавров интересуются практически все дети в разное время. Если ваш ребенок также увлекается динозаврами, то наверняка ему понравится поделка, представленная в нашем мастер-классе. Для лепки нашего динозавра нам потребуется взять пластилин зеленого, желтого, белого и черного цвета. Сначала выполним основные детали для нашего динозавра. Это будет туловище и заготовка для головы, шарик. Для ног динозавра слепим 4 небольших шарика из зеленого пластилина. Теперь этим шариком придадим форму конуса. Так мы получили ноги для динозавра. Присоединяем ноги к нижней части туловища. Из заранее приготовленной заготовки для головы мы должны выполнить две детали – вытянутую мордочку и небольшую часть с глазами. Для последней нам дополнительно потребуются маленькие шарики белого и черного пластилина. Соединяем вместе эти детали, в итоге получаем готовую голову динозавра. Присоединяем ее к туловищу. Для лучшего соединения можно воспользоваться зубочисткой. Для этого небольшой кусочек зубочистки нужно сначала вставить в шею, после чего на него насадить голову. Далее берем желтый пластилин и лепим из него треугольные заготовки разного размера. После этого закрепляем их на спине динозавра. Наша пластилиновая поделка готова. Такой зеленый динозавр у нас получился. Поделитесь нашими МК в соцсетях, посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго, все ссылки под видео.